Я вот в тюрьмы езжу, иногда с ребятами разговариваю. 80% убийств – бытовуха. А зачем вы по тюрьмам ездите? У меня просто товарищи многие детства сидят в тюрьме под такой дурости. Моих лет люди. Я к ним езжу на свиданки там. Кеды привезу, варежки, то все другое. Вот и все. Никакого здесь широкого аспекта нет. Это личное, частное дело. Вот скажите, вот вы сейчас говорили про мандарин. А что у вас еще интересного в сумке лежит? А, в этой сумочке? В этой сумочке очки и лекарства от всяческих случайностей. Простуда, это, то все другое. Все. И денежки. Денежки, телефон. Какие очки носите? Очки ношу любые. Какие вот мне день так я. Раз одни. Сейчас такие. Опа.